Крым только про свое детство. Про свое. Самую страшную историю про... Про кровать. Мам рассказывала. Про какую кровать? Про зеленую. А при чем зеленая? Про черная-черная кровать, папа. Ты че? Черная-черная кровать? В черной-черной комнате. В черной-черной комнате? Давай, расскажи это. Черная была одна маленькая, веселая, но немножко жирненькая зеленая кровать. Да, проху. Она жила в маленькой, страшненькой.